Кирове решаются демографические проблемы, причем не только у людей, но и у животных. Уже второй год подряд в контактном зоопарке, который приезжает весной в наш город, рождаются новые питомцы. Так, в 2014-м на свет прямо на глазах у посетителей появились двое маленьких лори, а в этом году пополнение произошло в семье у зверюшек Дегу. Сегодня им исполнилось 15 дней. Но не только их поздравить с днем рождения отправилась Ирина Сырцева. Обезьянки – одни из самых опасных, на самом деле, животных, потому что они уже достаточно умные, самые ловкие, одни из самых сильных животных. На самом деле агрессивная с первого взгляда реакция Дюши всего лишь защитная. Юные посетители пытаются поиграть с обезьяной, корчат гримасы и улыбаются. Тем временем демонстрация зубов для этих животных – признак агрессии и вызывает у них скорее панику. Все хорошо. Обнимашки, никто тебя не обидит. Ведь, ребят, сейчас много очень, он, видите, немножко напугался. Вдруг сейчас его схватят и покусают. Сегодня Дюше пришлось потерпеть особенно. Яванской макаке исполнилось 4 года, и от поздравляющих отбоя не было. И часто надежным прикрытием становилась спина друга, большого человека. За это животное благодарило как могло, проводя традиционные при встрече у обезьян гигиенические процедуры. Это, кстати, он причавкивает, чтобы я думал, что он кого-то там нашел и съел. И тем самым показывает, что он очень нужный, что если я останусь без Дюши, то меня просто съедят какие-нибудь паразиты. А еще, чтобы успокоиться и развлечься, Дюша много рисует. И вот сегодня маэстро тоже подарил другу очередной шедевр. А вот еще у нас один товарищ готовится к своему юбилею, к первому своему году. Вот. Почему мы так обязательно привезли его именно в Киров? Дело в том, что наш Киря родился в вашем славном городе 16 мая в Кривеческом музее на Спасской. Вот. Ну и мы решили, что обязательно должны опять все прийти и поздравить его. Киря, в отличие от Дюши, на чужих руках готов и сидеть, и лежать, и даже висеть. А рук, протянутых к почти игрушечному лори, всегда лес. В отличие от Дегу. Высокогорные грызуны, например, вряд ли вызовут массу женского умиления. Разве что совсем маленькие. Еще одни уроженцы Вятского края. Сегодня им исполнилось 15 дней, и в Кирове они успеют отметить и месяц, и два со дня рождения, потому что выставка экзотических и часто идущих на контакт животных пробудет в городе до середины июня.